Внимание, розыск. Сотрудники Чувашского национального музея разыскивают игрушки, книги, фотографии, портреты, одежду 19-20 веков. Чебоксарцам предлагают принести в музей артефакты, которые ассоциируются с советским детством. Из предметов, принесенных в дар, сотрудники музея планируют устроить ностальгическую выставку под названием «Мир детства моего». Детство – это самая, наверное, яркая, запоминающаяся часть жизни каждого человека. И у каждого есть какие-либо предметы, которые ассоциируются, связаны с этой тематикой. И, возможно, у многих в закромах есть старые игрушки, давно забытые, запыленные. Цель нашей акции – это комплектование музейных фото, связанных с детской тематикой, чтобы и подрастающее поколение знало о том, во что играли, во что одевались, как воспитывались их бабушки, их родители, потому что время уходит, и часто эти предметы забываются. Приветствуются дорогие сердцу игрушки чебоксарцев. Куклы из тряпок с проволочным каркасом, куклы в национальных костюмах народов СССР, мишки и зайцы из прессованных опилок, милые пупсы в штанишках на лямочке, настольные игры, а также школьные принадлежности и предметы быта, советские книжки с до боли знакомыми иллюстрациями. Иллюстрациями, кино и мультфильмы. Выставка откроется 1 июня. Именно в День защиты детей юные чебоксарцы получат возможность окунуться в мир детства своих бабушек и дедушек. Галина Титарчук, Татьяна Филатова, Расиль Мухаметов, Республика.